Альхамдулилля, без жетек в Императорский университет. Бегенгекенге – это Санкт-Петербургский государственный университет. Сейчас мы находимся во внутреннем дворике Восточного факультета Санкт-Петербурга. Здесь стоят бюсты и памятники великим деятелям. К столетию Атаулы Баязитова активисты татарской общественности установили бюст. Работа выполнена заслуженным деятелем искусств Республики Татарстан Венерой Абдуллиной. Атаулла Баязитов был выдающимся общественным деятелем. Кроме выполнения духовного наставничества среди татарского населения и военных, Ахун Баязитов служил преподавателем и переводчиком тюркских языков в Азиатском департаменте Министерства иностранных дел. Читал лекции по мусульманскому праву, преподавал благородный Коран в военных учебных заведениях. Был ахуном императорской гвардии. Он был автором написанной на татарском языке биографии последнего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, возникновения ислама. А теперь вознесем дуа Атауле Баязитову. Бисмилляхи рахмана рахим, альхамдулилляхи раббиль алямин рахмана рахим, малик яумиддин, ияка наъбуду вияка настаин, ихдина сиратал мустаким, сиратал лазина, анъамта алейхим, гайриль магдуби алейхим валябдалин. Аминь. Аминь. Аминь булсын, дженнет аурнысы булсын. Альхамдулилля, татарлар үз эшләрен эшләделәр, без үз. Тарихыбызны онотмайык. Без үз шунды зур кешләрне сагыныек и беренче аңнатыек яшләргә, что бак шунды иде. Просветитель, общественный деятель, основатель первой в России татарской газеты «Нур».